тому, что Hummer возрождается не самостоятельной маркой, а всего лишь моделью под брендом GMC, нас начали готовить сильно заранее. Как видим, из этого не вышло ничего плохого. Наоборот, эмблемы GMC сделаны нарочито маленькими и скромными, а надписи Hummer выведены аршинными буквами, чтобы никто не сомневался, кто здесь молоток. И вообще, какой это GMC? Рубленые линии, вертикальное лобовое, прямоугольные арки. Эти черты заставляют забыть, что марка Hummer сгинула после ипотечного кризиса 8-9 годов. И теперь под знаменитым именем вышел электрический пикап. Как говорится, новому времени новые герои. Тем более, что остальные герои запаздывают. Электропикапы от компаний Tesla, Rivian, Ford и Lordstone только собираются удивлять публику. А Hummer уже удивляет. Как вам больше 1000 лошадей мощности и 16 тысяч ньютонов момента? С такими показателями трехмоторная махина катапультируется до сотни за 3 секунды. И с запасом хода все более чем хорошо. Новобранец готов совершить 500-километровый марш-бросок без остановок на дозарядку. К слову, если по пути повстречается мощная зарядная станция, за 10 минут можно будет запастись электричеством на 160 километров пробега. Тут впору занервничать адептам бензина и солярки. Правда, с такими ценами фанаты ДВС могут снова расслабиться. В описанной нами конфигурации Hummer стоит $113 000. И купить его нельзя. Старт продаж отложен до следующей осени. А более простой 600-сильный пикап стоимостью 80 тысяч вообще начнут отправлять дилерам только весной 2024 года. Но подождать дерзкий электро-Hummer, наверное, стоит. В топовой конфигурации ему полагается трассовый автопилот, пневматическая подвеска, полноуправляемое шасси и куча других примочек, вроде 18 камер кругового обзора. Или вот еще, жесткие панели крыши можно снять, получив почти кабриолет. Скажете, что Hummer уже не тот, электронный и не настоящий? Создатели машины уверены, что она не посрамит славного предка. Скажем, взобраться на полуметровую ступеньку новичок вполне готов. Перемахнуть через речку – тоже. С такими умениями этот автомобиль обречен на успех, как минимум в США.